Құрметті әріптестер, біз бүгін үкімет отырысында халықты жұмыспен қамту және еңбек нарығын тұрақтандыру мәселесін қараймыз. Жаңа жұмыс орындарын ашу және халықты еңбекке орналастыру үкіметтің дағдарысқа қарсы іс-шараларының бірі. Елбасының тапсырмасына сәйкес өткен жылы жұмыспен қамту жол картасын қайта қарап, тиісті өзгерістерді қабылдаған болатынбыз. Бұл бағдарлама елдегі экономикалық өсімді қамтамасыз етуде өте маңызды рөл атқарды. Бүгін осы мәселені жан-жақты қарап, тиісті шешімдері қабылдауымыз керек. Я хотел попросить Дюсенову Тамару Касымовну более подробно доложить об этой программе. Ну и некоторые вот мои впечатления от поездок по регионам, которые сейчас начинаются. Вчера, как вы знаете, мы проводили совещание по вопросу сибирской язвы в Карагандинской области. Ну и вот из общей картины, которая сложилась. Значит, у нас практически вопрос охраны могильников начинает выходить из-под контроля. Я думаю, что надо в этом очень подробно разобраться. Я вчера такое поручение дал Скорособьевичу. Координация за вами вместе с акимами. На следующем заседании правительства мы с этого начнем. Значит, мы должны четко видеть всю карту, где могильники. То есть начинается с этого первой части. Там выходит, скот пасется, там где-то знает, где-то не знает. Эти скотомогильники там 50, там 100 лет уже хоронились. Значит, они все должны быть под надежной охраной, тем более, что деньги выделялись под это. Надо посмотреть, куда эти деньги девались и кто за это персонально отвечает. Не только в Карагандинской области, там мы подробно все разбирались, но и в каждом из областей. Значит, Аскар Асабевич, это вам координация вместе с акимами, все корту, все понимать. Второй вопрос из этой же картины получается, тоже вот по ветнадзору. Мне кажется, недостаточный контроль, там на местах смотрят, где прививают, где не прививают, где хранятся, все где это ставится. Ну и третья часть, это, конечно, нам, наверное, надо, мы уже такое решение принимали, но оно затормозилось, это соединить нам надо и санитарный контроль, и здравоохранение. Вот я увидел, что на месте получилось неразбериха, кто за что отвечает, кто с чем идет. Значит, Дариган Станович, вот я вам поручение даю, вы внесите предложение, нам нужно здесь полную картину получить. Ну и сегодня вот вопросы, которые сейчас будут докладываться, и Тамара Касымовна, и Аскар Асабекович после этого, они имеют такую жизненную необходимость. То есть все, что мы делаем, как поручает нам глава государства, оно должно для людей касаться. И это вот тот вопрос, который непосредственно людей касается, и они могут увидеть результаты очень быстро. Либо, наоборот, не увидеть, если плохо будем работать. Пожалуйста, Тамара Касымовна. Құрметті Кәрім Қажымқанұлы, құрметті әріптестер, еңбек нарығындағы тұрақтылықты сақтау және жұмыссыздықтың өсімін болдырмау бойынша елбасының берген тапсырмаларын орындау мақсатында орталық және жергілікті атқарушы органдармен сондай-ақ әлеуметтік әріптестермен бірлесіп бірнеше бағыттарда тиісті жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Сол бағыттарға қысқаша тоқталып өтуге рұқсат етіңіз. Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые коллеги, первое направление нашей работы для сохранения стабильности на рынке труда – это сохранение рабочих мест квалифицированных работников. В этих целях в текущем году в дорожной карте занятости 2020 предусмотрены новые инструменты в виде временного субсидирования 2/3 потерянного дохода квалифицированных работников, выделение грантов работодателям на обучение, а также обучение работающей молодежи при условии сохранения работодателями за ними рабочих мест. На сегодня заявки на субсидирование потерянного дохода квалифицированных работников поступили из 14 предприятий для 3000 работников. Представленные данные в настоящее время проверяются с выездом на предприятие, и в ближайшее время их список будет рассмотрен на межведомственной комиссии под председательством Дарьи Султановны. Кроме того, 105 человек из числа работающей молодежи направлены на профессиональное обучение с условием сохранения их рабочих мест, и 246 человек в возрасте от 55 до 64 лет, потерявших работу, проходят переподготовку и повышение квалификации для сферы услуг. Второе направление. В целях недопущения роста безработицы осуществляется приоритетное трудоустройство высвобождаемых работников, безработных и непродуктивно самозанятых граждан. Для реализации этих задач
задач с начала текущего года в регионах реализуются комплексные планы содействия занятости, которыми планируется охватить более 417 тысяч человек. На сегодня меры содействия занятости оказаны 167 тысячам человек. Они направлены на инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках программы «Нуружол», ФИР, а также других государственных, правительственных, региональных программ развития через центры занятости, включая инструменты дорожной карты занятости. Исполнение комплексных планов уже превысило 50% в Мангистауской, Кызылординской областях и в городе Астане. Основные меры, конечно, реализуются в рамках дорожной карты занятости, на которой с учетом поручений главы государства выделено 101 миллиард тенге. В ее рамках в текущем году запланирована реализация 1177 инфраструктурных проектов, а также строительство 26 новых фельдшерско-акушерских пунктов, семейно-врачебных амбулаторий с созданием в целом более 20 тысяч рабочих мест. На эти цели, согласно плану финансирования, в регионы направлены 4,4 миллиарда тенге, завершены конкурсы по 830 проектам и уже начата реализация 470 проектов, где трудоустроено около 5 тысяч человек. Хочу обратить внимание регионов, где начато менее 40% запланированных проектов. Это Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Кустанайская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская области, города Алматы, Астана на необходимость ускорения данной работы. На профессиональное обучение в текущем году выделено 1,1 миллиарда тенге. Поступили заявки на обучение от 2000 работодателей. На сегодня около 4000 человек охватили обучение. Хорошими темпами идет трудоустройство на субсидируемые рабочие места. На социально-рабочие места уже трудоустроено 11 тысяч человек. На молодежную практику направлены более 7 тысяч человек. На повышение трудовой мобильности в текущем году предусмотрено 4 миллиарда тенге. Планируется завершить строительство 42 домов и переселить около 7 тысяч человек. Сегодня завершено строительство ранее начатых 10 домов и переселено 248 семей. На сегодняшний день участниками программы только дорожные карты занятости стали 57 тысяч человек, из которых 67% направлены на постоянные рабочие места. Больше всего оказано мер по этой программе в Южно-Казахстанской области. 20 тысяч человек уже трудоустроены, в городе Алматы более 4 тысяч. Третье направление – это генерация новых рабочих мест за счет расширения микрокредитования. Микрокредитование в этом году проводится по трем проектам. Первый проект – по концепции Министерства сельского хозяйства создаются сельхозкооперативы. Участники дорожной карты занятости входят в созданный кооператив со своей долей кредитом или товаром с обязательной регистрацией в форме крестьянского хозяйства. На сегодня по этому проекту кредиты получили 46 человек на сумму 100 миллионов тенге. Второй проект реализуется совместно с Нур-Отан и называется «Занятость на селе». Сумма микрокредита увеличена до 6 миллионов тенге. Участникам нужно зарегистрировать свои ЛПХ в качестве крестьянских хозяйств. В текущем году этот проект реализуется в 5 регионах, то есть в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Южно-Казахстанской областях. На сегодня 176 человек получили кредит на сумму более 1 миллиарда тенге. Третий проект в рамках самой дорожной карты. Сумма микрокредита до 3 миллионов тенге. Обязательная регистрация лица, получившего кредит в качестве крестьянского хозяйства или же индивидуального предпринимателя. На сегодня 1,6 тысяч человек получили кредиты на сумму более 3,5 миллиарда тенге. Планируется выдать в этом году микрокредиты более 9 тысяч человек, и ожидаем, что ими будут созданы порядка 12 тысяч рабочих мест. Из 30 миллиардов тенге по графику регионам направлено 21,7 миллиардов тенге. Сегодня микрокредиты уже получили порядка 2 тысяч человек, и им открыты дополнительно 2,5 тысячи новых рабочих мест. По этому направлению отставание наблюдается в Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях, тогда как есть регионы, где выдано уже более 70% запланированных кредитов.
В результате в рамках реализации вышеперечисленных направлений государственную поддержку и содействие занятости получили более 167 тысяч человек. Имеется позитивное влияние всех этих мер на ситуацию рынка труда. Так, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, уровень безработицы по итогам первого квартала текущего года сохранился на уровне 5%. Еще одно направление предусматривает контроль и еженедельный мониторинг по выплате заработной платы. С начала года государственными инспекторами труда было выявлено 2,8 миллиардов тенге текущей задолженности на предприятиях. Одну минутку, остановите. Вот вопрос тоже вот из моих поездок по регионам. Вопрос выплаты заработной платы на местах, он из текущего может превратиться в острый. Значит, поэтому второй вопрос. На заседании правительства на следующий раз я хочу подробно выслушать доклад от акимов регионов по вопросу выплаты заработной платы. То есть нам в эту неделю надо поработать со всеми предприятиями и точно нам дать информацию, где как что происходит и какие меры должны быть предприняты. Вчера я, когда встречался с руководителями крупных горно-металлургических предприятий, они мне все дали обещание, что по поручению главы государства сокращений рабочего персонала не будет. То есть они обещали, что ни одного человека не уволят по крупным предприятиям, что заработная плата будет у них выплачена. Но есть еще масса средних, малых предприятий, и вся экономическая ситуация к этому подводит, что этот вопрос должен быть у нас на контроле. Значит, второй вопрос, который на следующей неделе мы детально рассмотрим. Продолжайте. Тогда я, значит, дам краткую информацию, как работаем мы по этому направлению. С начала года государственными инспекторами было выявлено 2,8 миллиардов тенге текущей задолженности на предприятиях страны, из которых принятыми мерами именно антикризисными штабами погашено 2,4 миллиарда тенге. Но по сведениям региональных антикризисных штабов, общая задолженность по заработной плате на сегодня составляет 1,6 миллиардов тенге. Из них текущая задолженность – это до 3 месяцев 514 миллионов тенге. Просроченная задолженность более 3 месяцев – около 134 миллионов тенге. И задолженность на предприятиях-банкротах – это самая большая – 955 миллионов тенге. В настоящее время по этому направлению проводится совместная работа с Генеральной прокуратурой, Министерством финансов и местными исполнительными органами. С учетом ваших поручений на следующей неделе совместно с местными исполнительными акимами представим более подробную информацию. Наряду с принимаемыми мерами в текущем году принят новый закон о занятости населения, который направлен на повышение эффективности механизмов регулирования рынка труда, в соответствии с которым разработано 29 нормативно-правовых актов, утверждение которых проводится по графику. При этом ключевыми направлениями Кажимканович является приведение в соответствии методики учета самозанятых граждан и предоставление статуса безработного с международными стандартами, защита внутреннего рынка труда при привлечении иностранной рабочей силы, новые подходы к прогнозированной ситуации на рынке труда и внедрение нового классификатора. По первым двум направлениям одобрение было получено у вас, по новые подходы к внедрению нового классификатора занятий был проработан с Министерством национальной экономики, одобрен на совещании с участием заинтересованных сторон у Дарьи Султановны, и мы в этом направлении по внедрению классификатора до конца года проработаем и совместно с Национальной палатой внесем на ваше рассмотрение. Уважаемый Карим Кашимганович, таковы результаты работы, проведенные совместно с государственными органами, местными исполнительными органами и с нашими социальными партнерами по обеспечению стабильности на рынке труда и недопущению роста безработицы. У меня все. Спасибо большое. Я предлагаю сейчас доклад еще Оскара Сабековича послушать, и потом обсуждение уже вместе провести по двум докладам. Пожалуйста, Оскар Сабекович. Мы, когда были в Алматинской области, в Талдыкургане, Оскар Исабекович, вот этот свой доклад, о котором, проходите, о котором он сейчас говорил с работниками в Алматинской области, его предварительно обсуждал. И я видел реакцию, она у людей была очень положительная. То есть вот интересно, чтобы вы сейчас доложили всем, сказали. Там есть многие, некоторые даже
революционные подходы, которые вы предлагаете, но реакция людей была положительной. Меня это обрадовало. Пожалуйста. Да. Құрметті Кәрім Қажымханұлы, құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға ұсынып отқан шаралар елбасы тапсырмасына сәйкес, одан кейін сіздің тапсырмаңызға сәйкес, Кәрім Қажымханұлы атамекендегі өткен съезде берген тапсырмаға сәйкес жасалынды. В определенной степени вопросов занятости Тамара Касымовна сказала в своем выступлении. Я хотел немного шире остановиться. Почему? Потому что в предложенных мерах предусматривается не только обеспечение занятости сельского населения, но и решение вопроса увеличения объема производства продукции АПК и полная загрузка существующих мощностей по переработке сельхозпродукции. Ну, что касается актуальности вопроса, она очевидна. Если говорить о статистике, то на начало текущего года 1,5 миллиона человек является самозанятым в сельской местности, из которых 675 тысяч заняты личным подсобным хозяйством. Кроме них, около 200 тысяч безработных в сельской местности. Это огромный потенциал человеческих ресурсов для вовлечения их в товарное производство сельхозпродукции. Это во-первых. Во-вторых, 75-80% молока и мяса производится личными подсобными хозяйствами, однако данный объем продукции не попадает на переработки из-за нерешенства вопроса заготовки и сбыта продукции, а в то же время перерабатывающие предприятия загружены только на 60%. Это в среднем как по молоку, так и по мясу, а по отдельным предприятиям даже загрузка составляет даже менее 10%. То есть, наряду с человеческим ресурсом, есть еще огромный производственный ресурс. Что предлагается? Предлагается решение организационного вопроса в виде малых форм хозяйствования на основе сельскохозяйственных кооперативов. В частности, это создание сети пунктов по приему молока, создание семейных откорм площадок. Это вот базовое направление. Кроме этого, создаваемые сельхозкооперативы могут заниматься также заготовкой шерсти, шкур, заготовкой плодовочной продукции, пчеловодством, семейным птицеводством и товарным рыбоводством. На этом слайде представлена структура производства товарного молока. Как мы видим, 80% молока производится в личных подворьях, личным подсобным хозяйствами. Загруженность деятельности молокозаводов, как уже было сказано, в районе 60%. Если дозагрузить их до проектной мощности, то можно перерабатывать дополнительно 680 тысяч тонн молока. А ЛПХ сегодня готовы поставить молзаводу более 1,3 миллиона тонн молока. Мы провели анкетирование молзаводов. Оскар Сергеевич, одну секунду. Вот это на самом деле вопрос очень важный. У нас же задача вот у нас по индустриализации не только построить завод, а чтобы этот завод работал и был загружен. Мне кажется, вот это ваше предложение, оно как раз и дает возможность догрузить уже действующие предприятия. Абсолютно правильно, да. Мы именно вот так и отталкивались, скажем, не просто, скажем так, вот создать условия для того, чтобы эти ЛПХ работали, а самое главное, произведенную продукцию, куда будем продавать, какой будет сбыт. И вот тут как раз и посмотрели, что себе представляет на сегодняшний день переработка. Есть полный анализ и выявили, сколько еще нужно вот поставить молока для того, чтобы эти заводы вот работали на полную мощность. То есть привязка однозначно к переработке. Вот мы провели это анкетирование молзаводов с целью определения вот точных объемов закупа молока. В Казахстане имеется 152 молокоперерабатывающих предприятий, из которых вот 93 дали согласие на закуп молока от ЛПХ. Это вот в пересчете на молоко 380 тысяч тонн молока. 59 предприятий, несмотря на свою незагруженность, они не сильно заинтересованы. По одной простой причине, они на сегодняшний день работают на основе сухого молока, то есть так называемое порошковое молоко. Это немного другая проблема, Карим Хажимович, но эту проблему тоже можно отрегулировать. Дело в том, что по принятому действующему законодательству они обязаны указывать на этикетке или на упаковке информацию о том, что из чего это молоко сделано. И в этой связи, вот, я думаю, что если Комитет по защите прав потребителей усилит контроль над соблюдением требований тех регламентов, то можно будет и эту проблему снять. Таким образом, если эта проблема снимется, то плюс к тем объемам, то есть 380 тысяч тонн молока, это 93 это молзаводы, прибавить еще 59 молзаводов, объем которых составит тоже еще 300 тысяч. Итого это 680 тысяч тонн молока.
Создание молокоприемных пунктов, вот на этом слайде мы говорим, как это теперь будет все организовываться. Личное подсобное хозяйство, здесь мы написали, что по возможности преобразование ИП. Почему по возможности? Потому что если какой-то частник будет сдавать молоко, то понятно, мы сейчас перед ним не можем, не совсем будет, наверное, правильно поставить задачу, чтобы он преобразовался ИП, поскольку это просто сдача молока. Но что касается мяса, там, то есть семейного откорма, там мы можем поставить условия о том, что поскольку он получает кредит, что он в обязательном порядке преобразовался ИП. Но тем не менее, здесь тоже можно этот вопрос в определенной степени решить, то есть это вот попутно будет, они будут преобразовываться вот, в ИП, в частности. Для того, чтобы этот централизованно организовать данный закуп, институты Казагра будут обеспечивать на лизинговой основе это необходимым оборудованием. Это танкеры для охлаждения молока, вспомогательные приборы, в частности, для определения кислотности, плотности, там, ну и другие приборы. Ну и еще небольшой объем для оборотки. Аскар Сабекович, я просто для себя хочу цифру уточнить. Вот сколько у нас людей, сельчан, задействовано в общей сложности будет в этой программе, если она пойдет? Если по молоку, понимаешь, вот тут, тогда дайте слайд, пожалуйста, вот эффективность предлагаемых мер. 100, мы минимально посчитали, это вот не менее 160 тысяч ЛПХ будет задействовано в этой программе. Но здесь мы конкретно каждый ЛПХ сколько получит, не могли сказать, потому что не знаем, сколько человек будет в каждом молокоприемном пункте и в каждом сельхозкооперативе. Но мы точно знаем, что каждый молокоприемный пункт вот, ежемесячно будет иметь доход в размере 165 тысяч тенге. Это раз. Мы говоря, минимум 160 тысяч. 160 тысяч, да. 160 тысяч ЛПХ. Ну и коль мы говорим о эффективности, здесь загрузка увеличится почти на 20%, это 64% до 84%, и объем переработанной продукции на 30%, то есть на 1/3 увеличится объем переработки молока. За счет создания молокоприемных пунктов и за счет дозагрузки молзаводов, это вот 2100, свыше 2100 постоянно действующих рабочих мест и налогов в виде вот, от работы молокоприемных пунктов и дозагрузки завода, это порядка 1 миллиарда тенге. Это вот, в принципе, если говорить совсем крупные индикаторы. Но помимо этого, есть еще масса других положительных моментов, в частности, будет однозначно снижение импортозамещения, ну и другие вопросы там. Так, ну, по схеме, если можно, я хотел бы немного закончить, поскольку здесь Акимя тоже нас слушает, и этот вопрос имеет прямое отношение вот к их деятельности. Мы здесь предлагаем, что создание сельхозкооперативов, это организовать на базе сельского акимата, акимата сельских округов, чтобы люди не выезжали в район, не выезжали куда-то еще, для того, на месте все эти вопросы решать. А так, расчеты полностью имеются, средства предусмотрены. Сейчас самое главное, это вот организовать необходимую работу с тем, чтобы уже стартовать в масштабе Казахстана в текущем году. Это вот по молоку. По мясу, если можно, буквально коротко. Здесь же аналогичная ситуация. Мы видим из этого слайда, сколько объем производится личными подворьями. Это порядка вот 77%, если брать последние 3 года. Дальше. Загрузка тоже составляет в среднем 60%. Мы это все посчитали в разрезе каждого района, каждого региона. То есть вся информация-то имеется. Для того, чтобы дозагрузить, вот дальше. Дозагрузить вот эти мясоперерабатывающие предприятия, нам нужно порядка 100 тысяч тонн мяса. Теперь эти 100 тысяч тонн мяса мы переводим, сколько нам нужно семейных откормочных площадок. Для этого нужно... Дальше слайд дайте. Ну, вот и схема такая же. В принципе, эти создаваемые сельхозкооперативы могут заниматься как с заготовкой молока, так и с заготовкой мяса. Количество, дайте, пожалуйста, семейных откорм площадок. Слайд. Вот 32 178 семейных откормочных площадок будет, мы пересчитали на продукцию, из расчета 2 оборота в год, и в среднем это вот 5-10-15 голов, Карим Бажимович. И принципиальное здесь отличие в чем заключается? В том, что в Агробизнесе 2020 там в основном предусматривается создание крупных откорм площадок, а здесь как раз мы говорим вот о небольших откорм площадках или семейных откорм площадках. 32 178, и по годам это все посчитано. Окупаемость. Требуем средства и окупаемость. Дайте, пожалуйста. Схема такая же. Но в отличие от молока, здесь заготовленное мясо может поставляться не только на мясоперерабатывающие предприятия, еще на рынке, поскольку мясо еще употребляется в охлажденном виде.
Следующий слайд. Вот потребность кредитных ресурсов, Карим Иванович. Значит, по молоку, там вот, если говорить в целом по молоку, то нужно всего до 3,2 миллиарда тенге, это за 3 года. Из них вот 2,8 миллиарда тенге – это оборудование, 1,7 миллиарда тенге – это на оборотку, это на один пункт. А по годам это примерно... Тоже небольшие суммы, 1,4 миллиарда тенге, это в 2016 году, учитывая, что уже полугодие остается, только остается второе полугодие, и касательно 2017-2018 годов, это примерно по 2,7 миллиарда тенге. По мясу вот на этом слайде указано, в принципе, я считаю, тоже в масштабе страны это не такие большие суммы. 16 год это вот 10 миллиардов, 10,8 миллиардов, 17 год 19,9 миллиардов, и 18 год примерно такая же сумма. Это чисто на откорм площадке, то есть закуп бычков. Но помимо этого на оснащение также 11,4 миллиарда, это по текущему году, 21 миллиард 2017 год и примерно тоже 21 миллиард в 2018 году. Окупаемость по молоку, Карим Божимаевич, это возврат вложенных средств примерно 1,5-2 года, окупаемость 3 года, а по мясу чуть дольше. По мясу эффективность, пожалуйста, дайте. Если 160 тысяч ЛПХ будет задействован при заготовке молока, то при заготовке мяса здесь будут вовлечены 32 тысячи это ЛПХ, то есть плюс к тем это 160 тысяч, которых можно преобразовать здесь в ИП, то есть индивидуальные предприниматели, которые будут иметь ежемесячный доход от 15 до 30 тысяч тенге. Увеличение загрузки, я уже сказал, это примерно 60 до 95% как минимум. Создание 65 тысяч постоянно действующих рабочих мест, это вот в виде откорм площадок и сельских кооперативов. И налогов от того, что мы преобразуем ИП, порядка 3 миллиардов, это как раз те налоги, которые будут поступать в местные исполнительные органы. Ну и посчитана также окупаемость и эффективность каждого создаваемого сельхозкооператива. Все расчеты имеются, Карим Иванович. Самое главное сейчас вот решить нам оперативно все организационные меры. Остальное, в принципе, имеется. Деньги есть, расчеты есть. Надо сейчас совместно с акиматами уже принимать необходимые меры с тем, чтобы уже стартовать в текущем году. Вы когда были акимом Южного Казахстана, вы такую схему опробовали на месте? Да, кстати, эта схема апробирована. В 2014 году была принята трехлетняя программа в Южном Казахстане. Сейчас мы видим, что по итогам реализации вот этой программы объем продукции животноводства вырос на 20% по региону, а сельского хозяйства в целом на 10%. То есть цифры достаточно такие. Значит, давайте так договоримся. Надо это внимательно обсудить с акимами, с участниками рынка. Координацию за вами. Значит, вот я как дальше буду продолжать поездки, в особенности сельхозрегионах, где это касается, я бы хотел этот вопрос обсудить. Может быть, какие-то кустовые совещания подготовить, посмотреть в течение месяца. Значит, с госорганами поработать. И в течение месяца подготовим решение, согласуем с главой государства и будем принимать решение. Но первая реакция очень положительная, она дает очень большие возможности, очень быстро почувствовать сразу эффект от того, что будем делать. Вот еще раз, это очень важно, что нам задача не только построить завод, но завод должен быть загружен. Если молочный завод стоит, то он должен давать молоко, если мясо перерабатывающее, он должен давать мясо. И максимальное количество наших людей должно быть в этом задействовано. Эта программа решает. Но в то же самое время у этой программы есть и риски. Вот надо посмотреть, вот как ветеринарное обслуживание будет, как вот с теми же самыми скотомогильниками, как мы на месте будем обеспечивать безопасность людей, ну и чтобы нам назад тоже не откатиться, а новые технологии применять и так далее, и так далее. Но я думаю, что вы все это учтете. У вас опыт есть хороший, поэтому вот за вами координация, обсуждение будет на местах, потом решение будем принимать. Карим, если можно, два слова. Да, как раз-таки вот этот проект позволяет достаточно эффективно решать вопросы ветбезопасности. Каким образом? В создаваемых кооперативах там предусматривается централизованно иметь ветлаборатории. Это раз. Во-вторых, если когда уже будет заинтересованность каждого вот, участника, который имеет скот, который будет участвовать в этой программе, у него...
Он захочет, чтобы ветврач, который должен делать вакцину, чтобы он проконтролировал. Проконтролировал и с тем, чтобы уже продукты, которые он будет сдавать вот в эти кооперативы, чтобы эта продукция соответствовала. То есть будет большая заинтересованность, и наоборот, это будет способствовать решению в том числе и ветеринарной безопасности. Давайте, значит, месяц нам на обсуждение в регионах, координация за вами, с акимами. Понятно. Через месяц решение примем. Спасибо. Так, от НПП кто будет? Альтаев выступает? Пожалуйста. Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые коллеги, обсуждаемый сегодня вопрос для нас очень важен, потому что мы понимаем, что программа занятости является не только важнейшим инструментом по обеспечению занятости, но она еще и способствует очень серьезному развитию малого и среднего бизнеса на селе, массовому вовлечению населения в предпринимательство. И вот влечет за собой целую цепочку очень позитивных изменений для бизнеса. Вот вы сейчас очень правильно сказали, что это еще и вопрос загруженности сырьем наших обрабатывающих предприятий. Это, конечно же, полностью соответствует той задаче, которую перед нами поставил глава государства по обеспечению 50% доли МСБ в валовом внутреннем продукте. И один из самых таких продуктивных и действенных механизмов, позволяющих обеспечить занятость, на наш взгляд, это система микрокредитования. Вы знаете, Карим Кажимканович, мы вот открыли во всех районных центрах центры поддержки предпринимателей, школы предпринимательства, где мы обучаем людей, помогаем, консультируем им по всем вопросам, по основам предпринимательства. И вот по результатам работы этих центров мы видим, что очень большое количество местного населения, оно обращается именно по вопросам, вот те граждане, которые никогда не занимались бизнесом, не занимались предпринимательством, они хотят это делать, они хотят вовлекаться в предпринимательство, но не знают, как это сделать, не знают, с чего начать. И вот как раз-таки эти школы предпринимательства, наши центры поддержки предпринимательства здесь, конечно, играют большую роль. И еще один вопрос, которые они нам задают, это, конечно же, доступность к финансовым средствам. Как вы знаете, многие финансовые институты, к сожалению, на селе не финансируют, считают это высокорисковыми. И здесь вот те деньги, которые выделяются в рамках микрокредитования, в рамках программы занятости, они очень имеют большой эффект. Мы, Национальная палата предпринимателей, тоже параллельно запустили программу микрокредитования малого предпринимательства. Мы привлекли за счет частного капитала, за счет спонсорских средств 1,5 миллиарда тенге. И в пяти регионах Казахстана, это Алматинская, Актюбинская, Кызылординская, Костанайская и Мангистауская области, реализуем программу вот эту микрокредитования. Здесь, в этих регионах, нам помогли местные исполнительные органы, акиматы, они тоже дали на нашу программу где-то 1,5 миллиарда тенге из местного бюджета. И на сегодняшний день мы на паритетной основе выделяем эти денежные средства, которые предоставляются заемщикам на селе по ставке вознаграждения не более 7% на срок до 5 лет. У нас, конечно, есть определенные отличия от программы занятости. Здесь максимальная сумма кредитования у нас не 3, а 16 миллионов тенге. И при предоставлении этих кредитов мы не обращаем внимания на залоговую стоимость тех залогов, которые нам предоставляются. Одну секунду. Я вот министру национальной экономики уже давал поручение, еще раз говорю. Значит, подготовьтесь, давайте на следующей неделе ваши подходы. Нам нужно унифицировать все программы в разных, которых отраслях у нас есть, предпринимательство, дорожная карта занята и так далее, чтобы арбитража у нас не было между всеми, чтобы ставки, условия, чтобы они везде были одинаковые, чтобы и между ведомствами и так далее. Значит, вот вам поручение, чтобы вы внесли предложение. Вот в этом плане мы бы тоже хотели предложить вот рассмотреть, во-первых, нашу программу по микрокредитованию, потому что она на сегодняшний день является самой доступной для сельского населения, и использовать, может быть, нами созданные микрофинансовые организации в программе занятости. Второй вопрос, это вот касательно обучения граждан. Карим Кажимканович, здесь мы тоже предложили бы, мы видим эффект от этой программы, мы видим, что эффект довольно серьезный по вовлечению населения в предпринимательство. И здесь предложили бы финансирование несколько увеличить, потому что оно на сегодняшний день крайне недостаточное. Примерно там получается, что где-то по программе занятости на обучение
основам предпринимательства выделяется 40 тысяч тенге на одного человека. Оно включает в себя проезд, проживание этого предпринимателя еще и в районном центре. То есть из аула доехать ему в районный центр и проживать, все это включает в себя эти 40 тысяч тенге. Мы считаем, что это несколько маловато, и вот если есть возможность рассмотреть по увеличению этих средств. Вносите Бишимбаеву, он все это обсудит, всех, кого положено, соберет, потом вынесет нам на рассмотрение. Спасибо. В целом, те изменения, которые последние произошли в программе занятости, мы считаем их очень положительными. Они, на наш взгляд, дадут очень серьезный эффект. Спасибо за внимание. Так, несколько акимов хотел послушать. Мангистауская область. Начнем. Құрметті Карим Кажымканұлы, құрметті бүгінгі жиналысқа қатысушылар. Өңірлік еңбек рыногының негізгі индикаторы тұрақтылығын айқындап отыр. Жыл басынан бері жалпы жұмыссыздық деңгейі өзгерген жоқ, және 5,1% деңгейінде қалып отыр. Жұмыссыз азаматтардың саны жұмыспен қамтылған тұрғын халықтың көбеюі аясында 14,9 мың адамнан 14,2 мың адамға дейін азайды. Ағымдағы жылдың бірінші маусымдағы жағдай бойынша жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің барлық құралдарын есепке алғанда облыс бойынша 10,5 мың жұмыс орны құрылды. Бұл өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 1,5 мыңға көп. На сегодняшний день по всем направлениям дорожной карты занятости по плану первого полугодия средства из республиканского бюджета получены в полном объеме и составляют 749 миллионов тенге. Завершены все конкурсные процедуры и ожидаемое освоение на 1 июля текущего года составит 94%. Сумма ожидаемого неосвоения – это 45 миллионов тенге, это экономия по итогам государственных закупок. Что касается просроченной задолженности по заработной плате, по состоянию на 1 июня текущего года она составила 31,3 миллиона тенге по трем компаниям. На сегодняшний день в результате принятых мер задолженность по двум предприятиям полностью погашена. Для погашения просроченной задолженности по одному предприятию в сумме 23 миллиона тенге судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство, в рамках которого арестовано имущество компании для дальнейшей реализации на аукционе. Доклад окончен. Благодарю за внимание. Северный Казахстан. Приготовится город Алмата. Уважаемый Карим Кажимканович, уважаемые коллеги, в настоящее время по дорожной карте занятости по всем направлениям конкурсной процедуры завершены в полном объеме. На объектах ведутся ремонтные работы. И особенно мы акцент делаем на объекты образования, чтобы завершить в летний период. При плане 908 миллионов тенге освоено 687 миллионов, 75,6%. На неполное освоение повлияла образовавшаяся экономия от проведенных конкурсов. Первое направление дорожной карты занятости в сумме 219 миллионов тенге. Для дальнейшего использования сэкономленных средств нами были согласованы бюджетная заявка соответствующими министерствами на сумму 151 миллион тенге для проведения ремонтных работ дополнительно 5 объектов социальной инфраструктуры. Учитывая сроки, предусмотренные действующим законодательством о госзакупках, нами приняты меры по обеспечению максимального освоения средств. Доклад окончен. Спасибо. Город Алмата. Уважаемый Карим Кажимканович, коллеги, Алматы обеспечит работой 10% занятого населения. При этом на сегодня уровень безработицы снизился на 0,1%, составив 5,3 или 46,7 тысяч безработных. Мерами занятости планируется охватить более 65% безработных граждан или 30 408 человек. Так, с начала года через центры занятости охвачено мерами 81% граждан из числа обратившихся за содействием трудоустройства. Кроме того, с 99% активно действующими предприятиями заключены меморандумы по сохранению рабочих мест, предусматривающие сохранение 352 835 рабочих мест. По дорожной карте занятости 2020. По программе в 2016 году выделено 6,7 миллиардов тенге
на реализацию первого и третьего направления с созданием более 4000 рабочих мест. Ожидаемое освоение на 1 июля составит 96,3% при плане 1,8 миллиардов тенге. На сегодняшний день создано уже 1113 рабочих мест по выплате заработной платы. В Алматы 83% задолженности по заработной плате являются текущей задолженностью 58,1 миллионов тенге. С начала года задолженность по заработной плате погашена перед 1360 работниками на 21 предприятиях на сумму 245,2 миллиона тенге, в том числе на 8 предприятиях, имеющих просроченную задолженность более 1 года на сумму 49,3 миллиона тенге, полностью погашена в полном объеме. За несвоевременную выплату заработной платы привлечены к административной ответственности 143 юридических лиц на сумму 21,3 миллиона тенге. Все вопросы держим на контроле, а особых проблем нет. Спасибо. У меня к вам есть несколько пожеланий и вопросов. Значит, наверное, вот когда в Алмату поедем, в Алмате нужно совещание по предпринимательству и банковской деятельности совместить. Ну, и как раз вот эти вопросы, которые говорили, специфичные для Алматы, поскольку Алмата самый крупный коммерческий город, и вопросов там очень много, надо начинать готовиться, потом дату согласуем, когда поедем. Еще два вопроса, которые к этой теме не относятся, но относятся к городу Алмате, пользуясь случаем. У вас был министр энергетики Бузумбаев на прошлой неделе, он поднял этот вопрос. Вы вчера у меня были касательно подстанции, которая стоит. Конечно, безалаберность, наверное, людей, которые за это отвечают. Уже давно все было согласовано. Главой государства я письмо написал. Процедуры все затянули, никуда не годится. Вот я даю поручение Самрук Казине, в первую очередь, Министерству энергетики и вам. Значит, в течение недели мне доложите, что сделано, что будет сделано. То есть, не дай бог, там что-то случится, мало никому не покажется. И вообще надо понять, кто у нас затянул этот вопрос по принятым решениям. Возьмите, а вам, как акиму города, это в первую очередь нужно в колокола бить, а не ждать, пока что-то такое произойдет. Понятно, да, по этому вопросу? Спасибо, Карим Кашкаш, за поддержку. Будем отрабатывать. Ну и второй вопрос. Раки вроде так не почищены. Опять водой залило. Что скажете? Карим Кашкаш, по этому вопросу я докладывал. С министром мы прошли. Еще раз могу только повторить, что мы 188 километров раков и устьев рек почистили. Но когда дождь идет, у нас в целом в присоединенных территориях, они расположены на низине, там эта проблема была, есть и будет, но мы сейчас ее решаем. А в целом по городу мы ситуацию держим на контроле особо близко. Ну, походим с вами. Когда приеду, ногами с вами походим по ракам. Да. Вы предварительно пройдите перед тем, как я приеду. В связи с этим я хотел спросить вот по Иртышу, это, наверное, Восточный Казахстан, Павлодар. Вначале Восточный Казахстан, как ситуация у вас, потом Павлодар. Саламатсызбы, құрметті Карим Қалимханұлы, үкімет мүшелері. По Иртышу сейчас пропуск через Бухтарменское водохранилище в сутки составляет 1,7 тысяч кубических метров в секунду. Пропуск через Ускаменогорск по плану никаких проблем нету, все проходит согласно плану, который утвердил комитет Министерства сельского хозяйства. Так, остановись. Оскар Сергеевич, это так? Я, извините, немного прослушал. Ну, вопрос на контроле, говорит. Говорит, понятно. Нет, я вопрос, мы с Акимом говорили, там вопрос стоял, увеличит попуск воды низовье, туда, в сторону Павлодара, Шульбинского ГЭС. Мы увеличили до 300 тысяч кубов. Бухтармы сейчас идет, было 1,9, сейчас спустили до 1,7 кубов. То есть сейчас уровень воды упал. Павлодар. Сейчас мы получаем 3000 кубокилометров в секунду.
Шульбы. Вот. Угрозы подтопления нету, но нам этой воды много. У нас есть, остановится строительство моста, приостановится в связи с подъемом воды. Вода до нас еще, до Павлодара не дошла. Сегодня дойдет максимум воды. В целом нам нужно не 3000, а 2,5 кубокилометра в секунду. Понятно. Вы держите на контроле этот вопрос. Я вот хотел спросить еще по Южному Казахстану и по Джамбулу, по воде. В Южном Казахстане там нехватка воды, а в Джамбуле, наверное, в Таразе, наверное, избыток. Южный Казахстан по воде скажите, по югу. Добрый день, Карим Кажимханович. У нас сегодня по каналу Достык приток 17,5 кубов. Нам необходимо сейчас вот на этот объем, сейчас вегетативный период, сейчас 55-60 требуется. Поэтому мы в прошлый раз выходили с предложением на, значит, может быть, все-таки использовать возможности по договорным процессам с Таджикистаном, если там дополнительно взять объемы в Таджикистане, хотя бы 100 кубов, и мы с Узбекистаном могли бы разделить, и 50 бы к нам дополнительно пошло на Мақтааралский район. А насосы работают, 6 насосов у нас по Машканалу, но 6 насосами мы только закрываем нижнюю часть Мақтааралского района. Это порядка 86 тысяч кубов. Вот. Вот такая вот ситуация на сегодня. Скоро Сабеш, вы на контроль этот вопрос. Джамбульская область, Тарас. Добрый день, уважаемый Карим Ханжухаджич. Кировское водохранилище 550 миллионов проектная мощность, на сегодня 518 миллионов кубов. Поступление в Кировское водохранилище 96 кубов в секунду. Сброс идет 100 кубов, из них 85 кубов в Жамбульскую область по реке Талас. В прошлом году в Кировском водохранилище было 286 миллионов, почти в два раза больше. Вчера я только встретился с Таласским, с Кыргызстана Таласским губернатором в области, переговорили, составили график. До сентября мы доведем до нормы по Кировскому водохранилищу. В целом в Орто-Тогойском водохранилище воды 470 миллионов. Избыток у нас воды каждый день, Карим Кажуханович, дождь, так что с водой у нас проблем нет. Возвращаемся к занятости. Акмолинская область, Кулагин. Добрый день, уважаемый Карим Кажуханович. В рамках комплексного плана содействия занятости населения 2016 год предусмотрено охватить активными мерами занято 16,6 тысяч человек, в том числе 12 тысяч человек из числа безработных. 4,4 – это непродуктивно занято население. Более 16 тысяч человек будет охвачено государственной поддержкой. В разрезе государственных и отраслевых программ планируется трудоустроить 1720 человек. С начала года охвачено 501 человек. На временно рабочие места будет трудоустроено около 4 тысяч человек. Наряду с этим 389 граждан получат микрокредиты и создадут свое дело. Что касается рамка первого направления, значит, в области реализуется 33 инфраструктурных проектов и продолжается строительство 4 врачебных амбулаторий. Все эти объекты будут сданы, деньги будут освоены. Рамка второго направления – стимулирование предпринимательной инициативы и комплексное развитие опорных сел. Основам предпринимательства планируется обучить 104 человека. 4,9 миллиона тенге, деньги эти выполнены, выделены, вернее. Что касается вот задолженности по зарплате, я в прошлый раз докладывал, что у нас единственная проблема, это по компании «Сага Крик Голдинг» 200 миллионов. Что касается текущей задолженности, сегодня 72 миллиона. Из них 30 миллионов – это авиакомпания «Кокчетау». Я сегодня с Маминым говорил, Оскару Закпаевичем, 30 миллионов обещал погасить. И 31 миллион – это «Казатопром», это ТОСП «Сарека» Степногорск. Доклад окончен. Сергей Витальевич, а как ваша точка зрения, вот то, что Мырзахметов докладывал, Оскар Сабекович? Мы обсуждали эту тему с ним, когда он приезжал к нам. Я думаю, что это реальная схема. Эта схема вот по молоку, так скажем, конец 70-х годов, начало 80-х годов. Она очень эффективно работала тогда и в советское время.
каждом хозяйстве были молоковозы, были, в общем-то, пастеризаторы, охладители. Люди сдавали молоко, даже за то, что не сдавали молоко, хозяйство их поощряло. Очень много молока дополнительно было. Тогда были забиты все молзаводы, и очередь была на молзаводах. Сейчас даже у нас вот есть молзавод Акульский, новейший завод, он загружен на 15%. Если то, что мы обговаривали с ним, дадут нам сейчас деньги на покупку молзаводов, вернее молоковозов, если охладители, пастеризаторы, эта схема заработает очень эффективно. По мясу? По мясу у нас, то, что здесь надо изменить, на мой взгляд, мы не соглашались тогда по стимулированию оплаты. Мы сейчас вышли на 250 голов, содержим, когда где-то поддерживаем. Эта схема тоже заработает, если вернуться к тому, что хотя бы раньше было. Думаю, что это разумное предложение, надо ее обсудить, я думаю, что она очень эффективно будет работать. Мы задействуем очень большой круг людей и при этом заберем скот, который сегодня забирают перекупщики. Это очень эффективно будет. Понятно. Дарига Анатольевна, хотите что-то сказать по программе? По дорожной карте занятости и в целом по решениям вопросов занятости проводится очень большая работа правительством. Выделяются большие финансовые ресурсы. Здесь только вопрос о результативности и об эффективности. Выдача микрокредитов очень важна, она стимулирует экономическую активность населения. И здесь необходимо, чтобы местные органы власти обратили особенное внимание на эффективность использования этих средств и уделяли внимание не только сумме освоения, но и конечным результатам. А их можно просчитать через косвенные показатели, такие как физический объем продукции, отчисление налогов и социальных выплат. На сегодня, по крайней мере, здесь в правительстве, в Минздраве такой информации в полной мере не располагают. В целом, необходимо просчитывать экономический эффект от всех программ содействия занятости и стабилизации рынка труда. И определенная часть этих средств должна возвращаться в бюджет в виде налогов и социальных отчислений. Должны, по идее, увеличиваться товарооборот и покупательская активность населения. Четких также данных статистических на этот счет на сегодня тоже у нас не имеется. И когда я выясняла о том, как вообще мониторится и контролируются эти процессы освоения этих средств, выяснил, что сегодня у Министерства здравоохранения и социального развития нет достаточных полномочий для того, чтобы активно мониторить и контролировать процессы освоения этих средств. И здесь нужно, видимо, выстраивать взаимоотношения между министерством и акиматами на новом уровне, который отвечал бы вот задаче эффективности освоения этих денег. Ну и также по всем этим проектам, по ремонту инфраструктуры, по выдаче микрокредитов необходима прозрачность полная, чтобы по ремонту инфраструктурных проектов в интернете размещался полностью паспорт конкретных проектов. И также министерство должно более активно вовлекать в эту работу органы местного самоуправления, общественные советы, средства массовой информации и маслихаты. Вот. Просто вопрос эффективности сегодня тоже очень важный и актуальный. Надо этот вопрос, я поддерживаю ваше предложение, надо взять на контроль, внести предложение и будем решение принимать. На прошлом заседании правительства давали поручение министру национальной экономики, чтобы он подготовил заседание государственной комиссии, и мы могли следующий шаг по принятию решения сегодня на правительстве принять. Такое заседание госкомиссии сегодня перед правительством прошло, мы специально так его построили. Пожалуйста, вы доложите. Можно сказать. Карим Кажимканович, сегодня прошло заседание Государственной комиссии по вашему поручению. Разрешите доложить, какие мероприятия уже принимаются по плану дополнительных антикризисных мер, который был на прошлом заседании правительства рассмотрен. В настоящий момент по линии Министерства энергетики пусконаладочные работы на морско-наземных комплексах месторождения Кашаган ведут согласно графику. В целом Министерство ожидает возобновления добычи в октябре 2016 года.
Министерством нашим национальной экономики сегодня уже выданы экономические экспертизы, которые позволят увеличить добычу углеводородного сырья на месторождениях Шубата, Скудук, Восточный Мартук и Кокжиде, что также позволит увеличить объемы добычи нефти до конца текущего года. По увеличению объемов нефтепереработки на 2016 год оптимизированы сроки плановых ремонтов. Такое решение Министерство энергетики приняло. На Павлодарском заводе сроки ремонтов сокращены на 5 дней, на Шымкентском заводе на 18 дней. В целях поддержки отрасли железнодородной в рамках ССГПО, в частности, нами уже нашим министерством утвержден временный понижающий тариф на услуги магистральной железнодорожной связи. Это позволяет этому предприятию выходить теперь на рынки Китая. То, о чем они просили, уже реализовано. Для снижения недостатков отхода лома черных металлов на внутреннем рынке Министерством инвестиций и развития соответствующий приказ по запрету вывоза уже разработан до конца 2016 года на полгода, и нам внесено согласование, мы его сегодня согласуем. Аналогичный приказ Министерства инвестиций по развитию – это для загрузки предприятий легкой промышленности по переработке шкур. То, о чем говорил на прошлом заседании. Сегодня на Госкомиссии, Карим Кажимканович, вам было доложено о том, как средства 155 миллиардов для поддержки малого и среднего бизнеса будут осваиваться. Холдинг «Байтерек» об этом доложил. Вы одобрили все решения. В настоящее время вам на подпись внесен протокол СУНФА, который дальше будет направлен на рассмотрение главы государства. Как мы договаривались, я сейчас подписываю его и вносим главе государства. И как только подпись его будет поставлена, все готово для того, чтобы его запустить. Пользуясь случаем, поскольку сейчас у нас публичная часть заседания правительства заканчивается, хотел поздравить от имени правительства и от себя лично работников связи и информации, днем журналистики. Это такой важный праздник. Ну, поскольку здесь в зале у нас Дариға Нұрсұлтановна, как куратор этой сферы, и министр есть, вот а я их здесь вижу, вот в их лице поздравляю всех журналистов. Поздравляю. Все, на этой позитивной ноте мы публичную часть заседания заканчиваем.